Всем добро пожаловать. Мы продолжаем проходить Mafia Definitive Edition. Всем приятного просмотра, друзья. С вами, как обычно, King Game Fox. Так. Продолжаем. Небольшая халтура. Ну, план прежний. Да, как договаривались. Толпу я беру на себя, на тебе менеджер. Если угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилища. Сколько у нас времени, если сигнализация сработает? У нас до приезда полиции есть минут 5. Может, чуть больше. За отстойная графика. Если все накроется. Я ни хера не шучу, Том. Если услышишь выстрелы, сразу же не выбегай. Без бабок я отсюда живым не уйду. Работаем? Работаем. Всем же валять на пол! На пол, мать вашу! Но не вы, дамы! Стойте так, чтобы мы вами любовались! Кто дернется, получит пулю! Да, вот и решились на ограбление. Всем лежать! Если кто шевельнется, начну стрелять. Найти менеджера. Лежать, мужик. Вернуться домой живыми и обнять своих детишек. Так? И чтоб без героизма сегодня. Я не шучу, все меня поняли. Так. Че мне? Можно сюда? Так. Хороший банк, кстати, большой. Ты что стреляешь? Не шуми. Эй, ты! Опа! Дешевый журнальчик. Так. Так, так, где этот менеджер, мать его? Когда мы с коллегой заберем деньги, вы сможете уйти. Все пройдет очень быстро. Погнали, за мной, в хранилище. Сделаю все, что скажете. Обойдемся без жертв. А шо? Вам нравится унижать того, кто слабее вас? Слушайте, я просто люблю деньги. А ты, парень, останешься жив, если не будешь дурить. Сколько там охранников? Давай. Я не знаю. Если увижу пушку, застрелю его. Так что скажи ему, чтобы не рыпался. Все в твоих руках. Надеюсь, там меня никакой засады не ждет. Случайно. Охотно идет навстречу. Каждый делает то, что должен. Верно, приятель? Давай, иди туда. Бегом. Вы пожалеете. Да ты лучше да о себе подумай. Все вижу. Если хочешь дожить до выпускного своей дочки, держи руки так, чтобы я их видел. И охраннику прикажи. Неужели мы грабим банк? Офигеть. Запомни, когда встретим охранника, прикажешь ему положить ствол на пол. Понял?
Ради мечты Поули свалить от всего этого. Слушай меня очень внимательно. Сейчас ты положишь свой... Убейте его, парни! Твою мать! Входим. Тихо, 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 тихо. Иду в укрытие. Заходи к нему сбоку. Получи. Next. Я тебя нашел. Ага, это я тебя нашел. Придурок. Так, зарядить надо. Ух ты. Неплохо тут, сука, ячеек. С вещами различными. Вот здесь то же самое. Ключ от хранилища на столе. Не нужно убийств. Я не хочу умирать. Проникните в хранилище. Да, с удовольствием. Так, лишь бы тут сюрпризов не было. Так, аптечки мне не нужны. Надеюсь, Поули там справится. Подвисает, а? Надеюсь, это ничего страшного. Так. Тихо, тихо, тихо. Блюдки. Черт, надо поближе подойти. Поули, не вылезай. Сиди там. Черт. Собака, стой. Куда побежал? А ты что, крутой? Черт, сколько у меня патронов осталось? 4 патрона, все, последний. Так, 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 так. Блюдок. А, черт, ложись. О-о-о-о. Получи. И ты тоже. Так, меняем оружие. Так, погоди, друг, мне нужна эта аптечка. Поули, сейчас, 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 сейчас. Так, мне нужно оружие. Есть у них какой-нибудь? А, у них автомат. Так, возьму-ка я автомат. Сгодится. Так, это что у нас тут? Ага, сигаретные вкладыши. Боеприпасы. Так. Так, надеюсь, я ничего не пропустил. Поули, ты уже здесь? А с той стороны что у нас? Ну-ка, дай-ка глянуть. Может, посюда пойдем?
Паули, блин, не торопись. Иначе нас тут... Прямо тут и повяжут, и прибьют. Все, бежим. Бегом. Поехали. Бросай деньги-то. Че стоишь-то? Блин, Паули, не тормози. Давай, давай. Так давай, давай, я тебя жду. Куда хочешь, сбрось копа. Да откуда они лезут, мать их? Так, ну ты Паули даешь, а. Да отвалите вы, пулики. Томи сзади. Да не везде. Прибей их, Паули. Паули, что там делаешь? уже танцуешь, что ли? Они рановато ли? А, нет, ну может не рано еще. Черт, 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 надо их от них оторваться. Всем машинам отменить погоню. Куда тебе? Клуб Палермо. Клуб Сэма? Ну да. Сейчас там никого. Если он не узнает, вреда не будет. Фу, слава богу, оторвались. Ёпта. Ёпта, ёпта. Ух. Можно вздохнуть. Сейчас главное копов не привлечь опять. Так что лучше поезжаем потихонечку. Я не хочу больше неприятностей. С меня хватит на сегодня. Так. Мы почти сделали это! Вот именно что почти, Полли. Дело будет сделано, когда у меня сердце перестанет колотиться. Ладно, Томми, сейчас все сделаем. Блин. Стою на встречке. Друзья, пишите комментарии под видео, как вам эта игра, играли вы в эту мафию или нет. Мне очень интересно будет почитать. Перекрестился. Да. Получилось? Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты! Мы богаты! Да. За старые добрые. Давай. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях. Да ладно. Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй с Арой. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да, ладно. Удачи. До завтра, друг. Будь осторожен, Паули. Да, голова пройдена. Так, небольшая халтура. Посмотрим, интересно, что будет дальше. Смерть. Искусство. 38-й год. Смотрите-ка. Явление Христа народу. Я уж думала звонить гробовщику. Извини. Да ладно. Просто полночи не мог заснуть. Я тоже. Ведь ты всю ночь ворочался в кровати. Жена красавица. Что еще нужно для счастья? Ну, что натворил? Мне просто повезло, жена. Тут ты прав, боец. Я тут подумал... Да ладно. Сообщу в газету.
А что, если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас в поле появились деньжата. Ха. Один из его дурных планов сработал? Вроде того. Собирай вещи. Заскочу к Поле и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да, вы с Поле вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом. Ты дрожишь. Даже просто стой на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Может, сам не знаешь от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поле, если причина твоих переживаний в нем. С Поле все нормально, не волнуйся. Ну, значит, скоро увидимся. Так, так, зайдите домой к Поле. Неужели это наш дом? Прикольно. О. Так, как он пешком-то ходит? Я уже забыл. Так, а что у нас? Сигаретные вкладыши собраны. Анджело. Классно тут. А еще и заборчик тут поставили. Вот дают, а. Так. Ты еще здесь? Че там пишут? Надеюсь, новости хорошие. Ух ты! А вот и ограбление банка, похоже, уже в газетах пишут. Да, газета 4 ноября 1938 года. Налетчики в банк остаются в розыске. Да. Полиция окружает банк. На фотоснимке прохожего. Ладно, не важно. О! Лисичка. В кои веки еще одну лисичку нашел у себя во дворе. Прикольно. Интересно, сейчас какой месяц? Август, сентябрь. Август, наверное. Так, прикольно, конечно. Ну-ка, еще раз смогу зайти. Это мой дом. Ладно. Поехал. К Поле. Вау. Тачка-то ничего себе. Томми себе огрохал. Отгрохал. Прикольная тачуля. Ну-ка, друзья. Возойду-ка в настроечки. Так. Музыка. Добавлю музыки нам. А музыки нету? Опять какие-то новости? О, чёрт! Почти. Не, классно, если скоро пройду эту мафию и
займусь прохождением второй мафии. Легендарной. Всеми любимой второй части мафии. Это будет классно. Да ты чё, блин, Ай, придурок. Где права-то купил? Прикольно. Сейчас погулять по городу просто. Можешь в магазин зайти там. Одежду себе прикупить новую там. Блин. Зайти в этот. В кафешечку. Кофе попить может. Было бы классно вот такого. Свобода действия. Мне нравится, когда в играх много свободы. И ты можешь заниматься чем угодно. Даже там в покер поиграть, в бильярд сходить, поиграть, убить время. Это я люблю в играх. Свободный мир. О, музыка. Окей, вот мы и приехали. Здрасте. Посмотрю, как Паули живет. Бокс. Так, журнальчики заодно гляну, есть, нету? Сюда зайти не могу. Так, это дверь Паули. Она открытая? Черт. Это не к добру. Блин. И ничего нету, да? Журналов. Журнальчиков никаких нету. Есть. Это что у нас? Комиксы. Ладно, в коллекцию пойдет. Так, ну давай Паули. Паули. О, боже. Я так и знал. Паули. Захотел лучше жизни, да. Не тут-то было. Деньги забрали? Кто это? Это я. Я Том. Где Полли? Он мертв. Лежит передо мной на полу. Две пули в башке. Вот черт. Я же звонил, чтобы предупредить его. О чем? Твою мать. Парни, вы же мне 100 раз жизнь спасали. О чем предупредить, Сэм? Сальери. Он знает про ограбление банка. Ты в дерьме, Том. Тебе нужно исчезнуть. Ладно.
Да. Так, ладно. Мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да, конечно, друг. Мне заехать к Полли? Нет. Нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. Да, хорошо. Только не светись, Том. Увидимся. И... спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том. Ты же знаешь... Блять, Паулик, придурок, а? Полли, мне пора, прости. Я вызову полицию, что-то здесь не так. Ходят слухи, там кто-то стрелял. Так, ладно. Идем в галерею. Черт. Надо встретиться с Сэмом. Да, надеюсь, нас подруги никто не встретит. Тихо-тихо. Но машина ничего. Разгон у ней нормальный. Гоняет неплохо. Тихо, блин. Разогнался. Черт. Тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно, Томми. Все будет хорошо. Увидишь Сары. Подальше отсюда. Куда-нибудь. В Мексику, например. И будете жить долго, счастливо. Так, тихо-тихо. Так, мы приехали, это галерея такая. Так, люди с дороги, пропустите меня. Стоять, Томми. Черт. Привет, Том. Сэм. Что нахер происходит? Ты и Полли. Я в трудном положении. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну вот опять. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Поли забрать. Вот твоя доля. Ты заслуживаешь меньшего. Ты его убил. Ты убил Поли. Нет, друг. Поли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Дон знает про Фрэнка, Том. И про шлюху. Про шлюху? Ты же сам по ней сох. Ты дал ей уйти, не я. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правила. Все это печально. Дон Сальери, конечно, очень тебя любил. Мы погрустим на твоих похоронах. Ты думаешь, что делаешь это из верности? Но это не так. Ты просто боишься. Возможно.
Да, трус. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Прощай. Прощай. Только не мучайте его. Он все же мой друг. Томми выбрался чудесным образом. Так, тихо. Так. Сдохни. Черт. Да пошел ты. Сука. А-а-а, ложись. Суки, а? Блин, какие метки, а? Есть, наконец-то попал в этих ублюдков. Есть. Блин. А, там еще один, черт, ложись. Пошел ты. Патроны два. Патроны надо. Что за скульптуры такие? Странные. Маски. Что-то африканское, что ли? Черт возьми. И что, нам придется Сэма убивать? Бизнес есть бизнес, Том. Ничего личного. Уж тебе ли не знать. Пошел ты. Оу. Набежали-то, набежали. Тихо, Томми, ложись. Мимо. Живучий ты, сука. Есть. Хедшот, сука, получил. Есть. Покойник. Выходи. Придурок. Так, мы в городе, понятно. В этом сраном музее. Так, ну Сэм, давай выходи, будь мужиком. А домик-то, ну то есть музей-то не слабый, красиво тут. Прикольно. О чё! Есть.
Еще минус один. Да-да, покажи свою морду. Есть. Класс. Меткий выстрел. Молодец, Томми. Пошел ты, герой. Ты уверен в этом? Ха-ха, приятель. Сам будешь гореть у меня. В аду. Нет, тут галерея, это прикольная тут. Как будто я сейчас в Ассасине втором. Классно. О, вижу журнальчик какой-то. Что это? А, комиксы опять. Выходи! Чё ты убегаешь от меня, а? Трус. Не думал, что ты трус, Сэм. Чёрт, один патрон. Блять. Вау. Спасибо, не надо больше кидать. Есть. Аптечки. Мне нужны аптечки. Отлично. Да. Много всяких исторических личностей. Так, полегче с этой штукой, мужик. Патроны явно не жалеет, а? Куда пошел? Ну, сука, а? Ладно. Я возьму тебе автомат, сука. От автомата ты уже не бежишь, сволочь такая. Да я тут! Ох, как все запущено. Нет, ты лучше сам прикури. Я, спасибо, я не курю. Так, 15 патрон. 15 патрон. Хватит, чтобы шлепнуть одного. Может, двоих хватит. Идут. Черт. Мимо. Них, нифига, сука. Блять. А. Черт. Томми, ложись. У, нифига, как муравьев набежало. Охренеть. Нет, это ты, подожди секунду. Эй, придурок! Ходит как у себя дома, а? Вот дебил. Ну? Все, засал? Есть. Он меня зацепил, но я его тоже зацепил. Сволочь. Сволочугу такую. Ну? Покажи. Блин, опять он успел меня. Мне бы аптечку сейчас. У, черт. Надо быть поаккуратней.
Черт возьми, Сэм. Ну ты и ублюдок. Оу. Это ты? Куда убегаешь-то? Вот именно. Пора убегать. Тебе повезло, что здание хорошее. Есть где спрятаться от меня. Так бы ты был уже давно покойник. О, тут еще старый хлам. Прикольно. Классно. Картины, глобусы всякие, статуи. Картины знаменитых. Может, художников. Книги. Прикольно. Так, тут аптечек нет, да? Так, на столе что у нас? Еще какие-то истории ужасные. Что, никого не осталось? А! А нет, кто-то остался. Какой-то герой был. Сальери нас обманывал. Оу, тихо. Давай, давай, давай. Выходи. Собака. Чёрт. Ну выходи, сука. У меня нету ничего, коктейли, ничего такого нету. Блять, я бы сейчас кинул. Так, Томми уже не терпится подраться. Так, то Томми потерпи, сейчас будет шанс. Хедшот, сука. Давай, next, bitches. Yeah. Круто. Томми жгёт. Красавчик. Блин, мне бы автомат взять. Сука. Круто. Томми снайпер. Бойся меня, сука, Сэм, а? Бойся. Я тебе тоже так же бушку пристрелю. Так. Поменять пистолет? Да зачем? Вот тут там будет патрон меньше. Фу, вот это заварушка. Оу, чёрт! Козлина, а? Сука. Отметки, Том. Но за бабки от наркоты можно нанять громил. Парни, валите его! Да заебетесь! Съел? Придурок.
Так, это что у нас? Обрез? Нет. Я хочу лучше с автоматом похожу. Автомат оставлю. Блядь, на Сэма. А! Чёрт! Хорошо кинул, сука. Газолина. Гори, сука! Давай. Есть. Воу. Блин. Ну что, тяжело-то, а? Так, Сэм. Ой, блядь, Сэм. Сэм сейчас сдохнет. Блять. Что-то с текстурами немного. Ладно, это бывает. Ну, покажи свою жопу. Все, никого нету? Так, ладно, мы пока живы. Слава богу. Пока живы. Вот и автомат. Отлично. Я соберу автомат. Уф. Сэм, ты заебал бегать, а? Трус. Вот точно, вот 100% трус, а? Ты заебал! У него еще и гранаты. Красавчик. А-а-а! Да. Ну я уж хотел его, сука, с автомата расстрелять, ублюдка. Он меня уже заколебал. Твою мать. Надо было чуть поаккуратнее быть. Заходить, как, с правой стороны, а не с левой. Так, погоди, не стреляй. Погоди, не спеши. Сейчас мы с тобой разберемся. Убейте Сэма. Да с удовольствием. Ты пши, без базара вообще. Так, ладно, все, беру автомат. Шутки закончились, ублюдок. А-а-а! Хорошо, сука, стреляет. Да что там? Пулемет? Блин, а как мне... А-а-а, аптечка на с той стороны. Да блин! В общем, из аптечки надо в ту сторону идти. Ладно, друзья, сейчас начнем. С контрольной точки, ничего страшного. Сейчас мы эту сволочь прибьем. Так, тихо, не стрелять. А, попал меня. Сволочь такая. Так, ладно, беру автомат. Автомат Томпсона. Сука, еще гранат кидает, тут падла.
Ну-ка. Сука, у тебя патрона. Еее! Наконец-то. В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, Сэм. Меня ты убьешь, Адон? Он же будет вечно тебя искать. Отпусти меня. И я скажу Сальери, что ты мертв. И ты исчезнешь. Как Фрэнк. Ты не высовывайся, чтобы не спалиться. Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе. Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. И Сальери послал команду. А его семья? Правда? Этот голосок в твоей голове, наверное, звучит как голос дочери или Сары. Он запрещает тебе выстрелить, и ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Помнишь? Как-то я, ты и Полли мы... Получи. Это за Полли. Понимаю твое положение, Том, и хочу помочь твоей семье. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Ральфи, Вини, может быть, даже отцу Сары, и... По правде, я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны... Увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, 4 сына. Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких. Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не вдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но... Я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле не важно, буду я жив или мертв.
Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Томми. Сальери — самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Что ж, договорились. Уговор есть уговор. Так, эпилог. О, нифига себе. Да-то давно. В другой жизни. Кое-кто сказал мне, что семья — это слабое место мужчины. Его уязвимость. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал, хорошее, плохое, все ради семьи. Я предал людей, которых считал друзьями, и взял нелегкие обязательства. Целых 8 лет я провел один. Пытаясь найти себя. Но я смог вернуться домой. Надежным мужем. Хорошим отцом. И человеком. Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья — это огромная слабость, но еще это огромная сила. Интересно. Ради нее мы встаем по утрам, стремимся к своей мечте, пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает привет. Томми! Он тебе... Вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните. Деньги, работа и даже друзья — все временно. Но семья... Семья — это навсегда. Да, ну Томми прожил неплохую жизнь, уже успел постареть. Да, главная семья. Ангар 13. Да. Ну чё, игра мне понравилась. Концовка неожиданная. Его убил. Наши знаменитые друзья Вито и вон и друг. Офигеть, я этого не ожидал, друзья. Концовка очень интересная. Ну что ж, мы прошли первую часть. Скоро будем тогда проходить вторую. Вторая часть мне тоже очень нравится. После второй будем и третью проходить на канале. В общем, все части мафии будут у нас. Что, графика прикольная. В этой мафии. Переиздание мафии. Ну, вышло неплохое.
по моему мнению. Ладно, будем заканчивать, друзья. Не забывайте про лайки и комментарии. Всем удачи и до новых встреч. Пока.